Всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня приготовим итальянский салат. Лё итальяно салатано. Ну, я не знаю, как понимаете. Так, первое, что нам понадобится. Это ракушки. Вот. Эти ракушки мы сначала отварим. У меня есть вода, которая закипела. Подсолить водичку маленько и отправить сюда макароны. Перемешать. Все, пусть отвариваются до готовности. Пока макароны отвариваются, мы с вами приготовим домашний майонез. Вот такая вот у нас получится кружка нужна. Вот, нужно будет 250 подсолнечного масла. Вот. Теперь добавляю ложку горчицы, соли. Добавляю половину ложки и добавляю ложку сахара. Лимон. Вот эти вот лимоны мне нравятся. Смотрите, какие тоненькая кожица. Лимона я добавлю. Раз. И два. Две чайные ложки лимона я добавил. Яйцо. Яйцо нужно аккуратно туда булькнуть, чтобы желток остался целым. Смотрите, блендером нужно накрыть яйцо. Вот так вот. И включаю. Смотрите, густеть начинает. И потихоньку поднимаю. Смотрите, как загустел. Вот смотрите, вот это вот получился домашний майонез. Видите? Но это еще не все. Нужно в этот майонез добавить разных специй. А эти специи будут у нас чеснок и черный перец. Смотрите, какой получился майонез густой. Если вы будете соблюдать все пропорции, то у вас получится именно такой густой майонез. Если хотите поострее, можете добавить черного перца. Если хотите еще, чтобы вкус был интенсивней и чувствовался чеснок, добавьте туда тоже еще чесночка. Обалдеть. Все. Для салата соус уже приготовлен. Теперь нужно нарезать ингредиенты. Мне понадобится карбонат. Это здесь 200 грамм. Всего 200 грамм нужно будет. 200 грамм сыра твердого. 200 грамм черри. Ну, соответственно, соль. Соус, который мы приготовили. И зеленый лук. Нарезаю карбонат. Карбонат нарезаем вот такими вот кубиками. Сейчас покажу. Вот такие кубики в карбонат получаются. Проверяем макароны. Сейчас я попробую. Буквально еще
полторы-две минутки. Пусть покипят и будут уже не готовы. Отправляю карбонат. Я надеюсь, нам хватит этого объема. Вот так, видите? Дальше. На терке, желательно на мелкой, нужно натереть твердый сыр. Нужно будет все 200 грамм натереть. Вот так. Вот столько сыра у вас получится должно. Сыр убираем в сторону. Макароны готовы. Сейчас я их откину. И промою. В холодной воде нужно их промывать. Нужно, чтобы они отстоялись и не были горячими. Иначе все начнет там таять и плавиться. Отлично. А пока с них стекает вода, я возьму черри и нарежу на 4 части. Вот так вот. Есть карбонат, есть сыр, есть черри. Черри отправляю в салат. Макароны остыли, отправляю сюда. Перемешиваю. Добавляю сыр и перемешиваю с сыром. Беру зеленый лук. И мелко шинкую. Перемешиваю. И теперь самое главное. Добавляю пару-тройку ложек домашнего майонеза. И все перемешиваю тоже. Перемешать нужно тщательно, чтобы соус распределился на все продукты. Ну все, салат практически готов. Сейчас попробуем. Вот. Когда будешь такой салат кушать, это будет называться наедалово. Вот реально, этим салатом можно наесться. Вывод. Если у вас остались вареные макароны, то на утро эти макароны можно превратить в прикольный салатик. Вот. Ну, особо-то недолго его готовить. Да, и причем, если у вас остались макароны, вообще все быстро. Майонез домашний можно заменить на обыкновенный майонез. Ну, будет не так круто. Ну, кстати, в простой майонез можно тоже добавить чеснока, добавить черного перца. И будет тоже очень вкусно. Готовьте такие салаты. Вкусно, сытно и почти что быстро. Готовьте с любовью. И у вас всегда все получится. Ну а с вами, как всегда, был Серж. До скорых встреч. Пока.